Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня 25 августа, набережная Хабаровска. Уровень немного спал. В конце ролика покажу отметку, на которой находится Амур у нас. Он находится в той части набережной, в дальней. А у кого-то купальный сезон еще не прошел. Хотя в Амуре никому не советую купаться. Слишком уж много бактерий, заразных болезней и всего нехорошего здесь. Ну, сегодня также красивый закат. Солнце не затуманено облаками. Ну и наше течение, которое здесь ускоряется. Деревья приобретают уже желтоватый цвет. Дело к осени. Но сегодня один из таких жарких дней. Сегодня плюс 29. Обычно в конце августа такие температуры редкость. Начинают деревья желтеть. Вот осенью здесь тоже красиво. А здесь у нас развлекательная зона, аттракционы. Люди кричат вот на этой штуке страшной. Лично я не любитель таких аттракционов. Мне бы что-нибудь поспокойнее. Все, солнце скрывается за облаками и окрашивает небо. Вот на камере может быть не очень хорошо видно, но вот практически все цвета радуги. И наш неработающий фонтан. Но не работает он по причине того, что сломалось оборудование, затопило подвальное помещение из-за подъема Амура. Ну, как писали в средствах массовой информации, должны его отремонтировать. Вот, заказали уже оборудование на Челябинском заводе производители. Вот, и должны установить все. Так, ну, предвыборные лозунги нашего кандидата Дегтярева. Что же еще люди в парке должны читать? Так, а здесь наша линейка. Сейчас посмотрим уровень. Черная отметка, это у нас 6,5 метров. От нее получается 1, 2, 3, 4, 4,5, ну то есть 6,05 уровень получается. Пока ничего не меняется. Насосы работают в круглосуточном режиме. У
бассейна, все откачивает. А в этой части парка очень приятно гулять, потому что здесь хвойные деревья, ели расположены. Такой воздух напоминает, как на Куршской косе, где очень много хвойных деревьев. Просто не в каждой части города есть у нас ели. И вот такой приятный запах.